нешуточными танцами, песнями и стихами поздравили ветеранов с Днем Победы, учащихся 57-й школы. Школьники тщательно готовили программу, учителя подбирали номера, чтобы праздник был без слез. Поздравляем, желаем крепкого здоровья и, конечно, самое главное, такой великий, светлый и грустный праздник для всей нашей страны. Конечно же, хотелось бы пожелать нашим ветеранам самое главное, чтобы они жили долго, счастливо и хорошего настроения. Благодарны вам за то, отцы и деды, что сказали вы фашистам нет. Благодарны вам за то, что отстояли вы отчизну дорогой ценой. Чтоб улыбки у детей сияли, вы на смерть пошли, жертвуя собой. Каждый стих, каждая песня для них – отголосок того прошлого, забыть которое они не смогут никогда. В этот вечер Людмила Ивановна слез счастья сдержать не смогла. Никто не плакал, кроме меня, потому что я все это пережила, я не могла ребятишек смотреть. У нас счастье есть, дай Бог им всем счастье. И у меня набились только слезы, потому что все это внутри. Ветеранам большего и не надо, да и желание у них только одно, чтобы помнили те страшные годы и никогда не начинали войн. Екатерина Елистратова, Бату Гармын, Новости дня.